Секрет успеха номер пять. Стремитесь к совершенству. Решитесь уже сегодня стать лучшим в своем деле. Поставьте себе цель войти в 10% лучших работников выбранной вами сферы, какой бы она ни была. Решение стать самым лучшим во всем, что вы делаете, это поворотная точка в вашей жизни. Нет ни одного успешного человека, кто не был бы известен как лучший профессионал своего дела. Запомните, никто не лучше вас и никто не умнее вас. И все, кто сейчас входит в десятку лучших, начинали в десятке худших. Любой, кто добился успеха, когда-то начинал с неприятностей. Все, кто возглавляет свою область, был когда-то в совершенно другой позиции. И то, чего добились другие, получится и у вас. Вот великое правило успеха. Ваша жизнь станет лучше, когда вы станете лучше. И поскольку нет пределов самосовершенствованию, нет границ и улучшению вашей жизни. Ваше решение стать профессионалом своего дела и войти в 10% лучших своей сферы – это поворотная точка вашей жизни. Это ключ к огромному успеху. Это еще фундамент для чувства собственного достоинства, самоуважения и личной гордости. Когда вы действительно хороши в своем деле, вы прекрасно себя чувствуете. Это влияет на сам ваш характер и ваши отношения с другими людьми, когда вы знаете, что вы на вершине своего поля. Вот один из самых главных вопросов, который вы будете задавать себе и отвечать на протяжении всей своей карьеры. Какой один навык, если вы разовьете его и доведете до совершенства, окажет максимально позитивный эффект на вашу жизнь? Нельзя сразу же стать лучшим во всем. Но можно определить один навык, который поможет вам сильнее прочих, и вложить все силы в развитие этого навыка. Сделайте это своей целью. Запишите его. Установите дедлайн. Составьте план. И работайте над улучшением в этой области каждый Божий день. Вы будете приятно удивлены, увидев, как стремление к совершенству преобразит вашу жизнь. Одно это может сделать вас миллионером в ходе вашей карьеры.